principe, et de principe, quand tu dis que on fait un drive au chauvin, on prend ta couille, hein, minute. Ты баражен, морный тему, блядь, не вказа, трипл его летел. А ты этот контр-рок, это шурный, как просто шат ап, ты шмастил. И все. Момент. And sweet. Сейчас, давайте, рассмотрите, как у корову. Когда в основной стойке даже слишком назад отклоняешь. Положение тела у тебя вот такое. Здесь можешь выпрямиться поровнее, чуть-чуть только задним. Первый момент. Второй момент, когда уходишь на поворот, ты прям до последнего лежишь. До конца, до конца. Это не обязательно. То есть ты сделал наклон, упор под голову, уходишь в сторону. Примерно там раз, два, три. Можешь выпрямить тоже. Вот. И на плоской доске с крайне набранной скоростью проскользить. Тебе этой скорости хватит для того, чтобы трос остался на натяжении. Вот. Тогда ты не будешь иногда заваливаться на повороте и падать. Да, так ты смотри. Сделал наклон, доска под 45, уходишь в сторону. Дальше просто скорость набрала и можешь на плоскую доску встать. И потом, когда пауза, сворачивается, да? Да. Это вот второй момент. И давай пока вот это. Там что сказано.
Рано выпрямляйся, то есть еще чуть-чуть надо в сторону уйти подальше. Сейчас смотри, в ту сторону и в эту, у тебя пропала опора, то есть хвост доски недостаточно погружается в воду, потому что как во время наклона у тебя задняя нога сгибаться должна, и ты прям чувствуешь, как задней пяткой ты упираешься в воду, вот, а сейчас этого нет, у тебя чуть-чуть нога согнута, вот, и доска, она, упор идет по центру у тебя сейчас, и поэтому она просто проскальзывает. А должна она, хвост больше в воде должен быть. Старайся еще ручки всегда держать прямые. Руки? Да. Thank you.
последние 2-3 поворота лучше стало, более стабильно, хорошо. Это ничего, это сейчас достаточно на этом уровне. Значит, сейчас давай попробуем. Поперек умеешь ездить? Не училась? Давай сейчас научимся тогда. Это просто вообще на начальном этапе обычно проходим. Просто когда встаешь из воды, доску не разворачиваешь, вот, а также поперек. Значит, тело как прямое все должно быть, ножки согнуты, ручки внизу, ручки прямые. На маленькой скорости я сейчас подтащу туда-обратно. Вообще не разворачиваешься. Да, так. Вот, как я стою сейчас, вот так же ты и поедешь. Вес 50-50 на двух ногах. Свой момент. А ты вот тупо-то себе балда. Мать твою. О, мать твою, дед мой, кривит все. Да, алит, так ты ж проблес, да? А ты вот и пиво дал, да, орал, сим. Тебе, мать твою, это садистика. Просто с этим булом пас весь у меня эксцесс, да? А три же, ты три, когда это... Экенобелив. Не рекорды, да, просто...